зараз держави-терористи і пропагандисти намагаються зробити вигляд, нібито якась частина нашого міста Соледару майже повністю зруйнована окупантами міста. Ніби це якийсь здобуток Росії. Ну, вони будуть подавати і вже подають це своєму суспільству так, щоб підтримувати мобілізацію, щоб давати надію тим, хто за агресію. Але бої продовжуються, Донецький напрямок тримається. І ми без перерви, навіть на один день робимо все, щоб посилити українську оборону. Наш потенціал зростає. Я дякую всім нашим партнерам. Привели.
нас есть контракты и по, как я доложил, по Министерству обороны, и по гражданской линии, и ГТЛК, и другие лизинговые компании. Это в части вертолетов. А по самолетам у нас все сверстано. Это с учетом тех испытаний, сертификации и программы импортозамещения Суперджета МС-21. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну что я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас после закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали, ну чего вы в самом деле, дурака-то валяете? Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, нет, директора предприятия говорят, нет контрактов, а у вас все сверстано.